Украинцы Инна и Максим – заядлые путешественники. Они исколесили без малого полмира. Вот уже 5 месяцев живут в Доминикане. И им есть чем поделиться со зрителями нашего канала «Влюбленные в путешествия». Привет, меня зовут Инна, и я веду свой видеоблог про путешествия WeTravelIn. Сегодня специально для блога «Влюбленные в путешествия» я вам расскажу про цены в Доминикане. Давайте проведем маленький обзор. Сколько стоит жизнь в Доминикане? Многие нас спрашивают об этом. Мы живем тут 5 месяцев, и когда мы первый раз приехали в Доминикану, мы начали искать жилье самостоятельно. Уровень цен на жилье. Дома, квартиры, апартаменты или комнаты. Мы сняли маленький домик недалеко от моря за $400 в месяц. Пройдя по домикам и собрав массу информации, я поняла, что в городке Лас-Теренес, недалеко от прибрежной зоны, можно жить за $400. Это будет или маленький домик, или же комната в большом доме, и вы будете жить с соседями или же с хозяевами. А у прибрежных зон тут живут в основном иностранцы, поэтому дома охраняются забором, иногда камерами, и на каждой улице стоит охранник с большим обрезом. Я думаю, ему скидываются многие отели, чтобы он охранял, потому что преступность тут есть, и воровство есть, воруют все, вплоть до шланг, до каких-то мисок и каких-то безделушек. Поэтому все тут на замках, решеток на прибрежной зоне нет, в местных районах есть, но, несмотря на это, тут жить достаточно спокойно. Это не Азия, но это Латинская Америка. Если выбирать из Латинской Америки страну, то Доминикана очень комфортная по жизни. Что касается супермаркетов, еды и цен на продукты. В маленьких городках в основном хотя бы есть один супермаркет, но очень много местных лавок с продуктами там, где закупаются местные жители. Если вы решили зайти в супермаркет, готовьте открыть свой кошелек пошире, потому что обычная покупка вам обойдется где-то в $30. И этой еды вам хватит на 4 дня. Это обычная еда, я не говорю за спиртное, за какие-то сладости, а тем более импортные покупки. Если заходить в местную лавку, вы потратите там намного меньше, и эти продукты будут локальные. Это корешки, это разные картошка, помидоры, фрукты. Фрукты намного вкуснее, чем в супермаркете, потому что они спелей, и там больше выбор. Что касается медицины и медикаментов в Доминикане, она тут дорогая, и то, и другое. Если сравнивать с Украиной и Россией, то в принципе медикаменты дороже в 2-3 раза. Зайти в обычную аптеку за обычным обезболивающим, а обезболивающее тут продается поштучно по одной таблетке, и стоит 30 центов за одну таблетку. Зайдя в ресторан, если его держит иностранец, а тут много иностранцев, французов и испанцев, то минимум блюда вам обойдется в $10. Возможно, где-то немножко меньше, 8-9, но ориентировочно в 10. Что касается развлечений. Развлечений в Доминикане не так уж прям и много, как возможно в других странах это было бы. Это местные достопримечательности, водопады, горы, то, куда можно доехать самостоятельно, то, что можно посетить тоже самостоятельно. Также это кафе, рестораны и дискотеки. Дискотеки, как и во всех других странах, самые популярные дни – это выходные. Там будет веселье, там вы сможете натанцеваться, выучить бачату и другие виды танцев. Доминиканская дискотека – это совсем другое. Это не Азия и далеко не Россия и Украина, где все время звучит клубняк. Тут только бачата и латиноамериканские танцы, что очень прикольно. Если вы войдете в кураж, то там можно провести 4 часа. Наш бюджет на месяц. Мы тратим в среднем $1500 на двоих. Это включая жилье, транспорт и продукты, а также развлечения. Как видите, на такую сумму можно тут хорошо существовать. Поэтому путешествуйте с нами, путешествуйте сами, путешествуйте. От путешествий только польза.